говорится, вот и все, лето прошло. На дворе 4 сентября, ветер, холодно, пасмурно, ночью гроза была у нас. Собаки в шоке от происходящего. Ну и на градуснике как бы 14, после 32 как минимум такая температура, кажется, очень холодно. И реально никто из собак особо гулять не хочет. Ты что, хозяйка, что ты обогрев выключила, все уже, да? Все телепается, тарахтит, гремит. Да и мне самой даже не хочется сильно гулять, но куда деваться. Надо морально готовиться, что впереди не только осень, но еще и зима. Я по лисицу виноград, только у меня прасю виноград. Виноград еще невкусный, пацаны ей сорвали. И вот она ходит, теперь никому не дает. Ведь сама буду то ли есть, то ли играться, скажи, что ты, что с ним делать? Кислючий, но мой подарок. Мальчики подарили, скажи, да. Вкусненько. Асенька, где виноградик? Неси виноградик. Ой, какой виноградик. Ой, виноградик, да Рэй тебе не отнимет его. Ой, виноградик, неси сюда. Ага, скажи, Рэй подкрался. Неси виноградик сюда, неси скорее, неси. Ух, он конкурент, ух. Неси, неси сюда, неси, Ася, неси сюда. Скажи, ага, тут брось на секунду. Хлопцы отберут. Ох, эти хлопцы. Ох, это Рэйка. Да, ой, такой Рэйка.